денацификация Украины, о которой мы говорили, мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Если у них было на начало спецоперации условных 500 танков, у них 5000 танков. Если у них воевать умело 20 тысяч человек, то теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Получается, что наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий. У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки. У них есть различное вооружение, и более того, они работают на любых системах. На советских, на натовских, на чем угодно, одинаково успешно. И они абсолютно философски относятся к тому, какие потери они несут. У них все идет ради достижения верховной цели, как у нас в Великую Отечественную войну, но более технологично и более четко. Спокойно проникают в ДРГ и идут вообще безнаказанно, скидывая видео на танках, на БМП, на БТРах. Да где гарантия, что она в Москву завтра не приедет? Но если она приедет на Рублевку, это ДРГ, тогда хоть кто-то взбодрится. А пока, насколько я понимаю, на жителей Белгородской области всем глубоко насрать.